Я мало знал о Молдове, в целом о восточных странах, как у нас говорят. Я знал только, что было бы неплохо поехать лечиться в Восточную Европу, так как у нас это стоит очень дорого, даже слишком дорого для большинства людей. В целом я не изучал этот вопрос, но судя по личному опыту, здесь цены в 3-4 раза ниже, чем у нас, включая перелет, проживание, расходы на лечение. Здесь можно сэкономить. Наша история началась 11 лет назад, когда я побывал в Соединенных Штатах по программе Work and Travel, когда я увидел крайне высокие цены на стоматологическое лечение, в котором нуждалась одна из моих знакомых. Я начал искать информацию, и стало ясно, что у многих людей нет медицинской страховки, а если есть, то она не покрывает стоматологические услуги. Поэтому они вынуждены либо не лечиться, либо искать возможности за рубежом. Кариваса лучше и пятиходка.